Всем привет! Сегодня готовлю аппетитную, очень вкусную, красочную закуску с копченой селедочкой на праздничный стол. Нам потребуется одна луковица, две картошки, два яйца, филе одной селедки, солим, перчим по вкусу, немного майонеза. И все хорошо перемешиваем. На ладошку выкладываем 3 чайных ложки приготовленной начинки и формируем шарик. Повторяем процесс снова. Обмакиваем шарик в зеленом луке, слегка придавливая его. Затем втыкаем зерна граната. Наша закуска готова, можно подавать к столу. Получается интересная, необычная, яркая и, конечно, очень вкусная закуска для вашего праздничного стола. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Пока-пока!